С 22 октября на канале «Россия-1» состоится премьера мелодрамы «Дожить до любви». В данном видео можно узнать сюжет и содержание серии сериала «Дожить до любви», а также узнать имена актеров в главных ролях. Сериал будет выходить в виде частей. Арина узнает, что Глеб как-то связан с Лизой. Павел Кузнецов нанимается охранником в СИЗО, где сидит Глеб, и снимает жилье у Глаши. Частный детектив, нанятый Ариной, рассказывает ей о Татьяне Волохиной, которая помогла Матвею скрыться после убийства Мельникова. Павел Кузнецов расследует несчастный случай о постояльце в отеле, из-за которого Глеб оказался в тюрьме. Лиза узнает закрытую информацию о тендере, в котором будет участвовать компания Арины Мельниковой, и сливает информацию ее конкуренту, бизнесмену Локтеву. Во время ужина в ресторане Лиза сталкивается с Локтевым, которому слила информацию по тендеру. Между Локтевым и Алексеем проходит драка. Алексей в интернете натыкается на видеонаблюдение Андрея, который ищет Лизу Волкову, дочь Глеба Волкова. Арина, Илья, Милена и Лиза вновь приезжают в Новоморск и поселяются в отеле «Солнечный». Туда же приходит наниматься поваром Глаша. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.